Cântă. Haide să culcă. Чего все вышли? Миша, Миша был так простотатен. Он куда-то пошел. Вот, вот. Давай, шестрее, смотри. Как где он? Сашуль, давай, ничего не трогай. Проходи, одевайся. Николки, покажи. Три было. Где твой шкафчик? Так, у тебя какой шкафчик? Шарафчик. А вы задумали, мама, шашлык? Это вам скрипка. Да, надо измешать тебе прятку. Смотрим прятку. Смотрим накрашенный. А я тебе принесу камешек. У меня дома есть другой. Это ерунда, просто. А кому ты дал камешек? Кому? Да нет, там нету. Ростислав, я тебе говорила, не бери. Говорила? Да ну. Все, пошли. Посиди, я где-то буду говорить, мама сейчас придет. Так, Артемка к своему шкафчику, шортики снимаем. Поп, одевайся. У меня стелька. На одной стенке нет, а на другой есть. Вот тут я чувствую, вот тут не разрушусь. Нет, Мишу, шортики снимаем. Одеваем, ставим. Боюсь. Мама уже отсюда. Давай. София, не плачь, сейчас мама придет. Придет моя мама. Она уже бежит, она уже была. Она сейчас дядю приведет с вот этими вот громадушками. Посмотри. Посмотри, вот они, глянь, сколько дядя принес. Сейчас еще они принесут и все. И мама идет, не переживай. Она просто помогает дяде. Машенька, иди. Надо сейчас помогать. Маша. Садись, разувайся. Разувайся. Маша, разувайся. Нет, это мама. У меня уже платье. Мама. Сейчас мама идет. Давай. До свидания. И у них не спала. Я там мы портили краски. Мама, а ты тут Софин работу не видишь? Мама, где ты Софин работу? Валентина Алексеевна, да. А вот эти шедевры можно домой забрать? Нет, я же вам объясняла, а вы на собрании не были. Мы же купили папочки. Мы их складываем в папочки. В конце учебного года я их подписываю. Такой-то учебный год, младшая группа, такой-то фамилия. И вам из папочки достаю подшивку, отдаю, а папочка остается до подготовительной группы. Я сфотографирую. Да, а в подготовительной группе я тогда все ваши шедевры, аппликации вместе с папочкой вам и отдам. А мышки тогда тоже отдаем? Там где шедевры? Василин? Конечно. А если, представьте себе, если есть пластилин, вы будете забирать это сколько пластилина? Это целая выставка. Мам, где Софи? Мышку сейчас поставим, хорошо? Мышка! Где? Мам, у тебя мышка тут есть. А у меня ёлкая. София, вот София Кузьмина. Давай, мышка, ой, давай. Какая мышка. Красивая. Нельзя саму забирать. Можно мышку убивать? Мам,
поняла, где Софин рисунок? Заберите первый экземпляр, разрешаю. Забирайте первый экземпляр. Но он уже вцепился. Ну да, забирайте первый. А вообще на будущее. Но я понимаю. Мама, где София Кузьмина? Нет. Мама, где? А они же потом смешивают, а мы же делим цветам. А когда уже смешают, мы их уже выделить не можем. Уже набрать. Никаких вопросов. Да, поняли. Мама, спасибо. А рисуночки, мы не волнуйтесь, все они целые, все подписаны. Сейчас все программировали, и нам хватит. Все, спасибо, до свидания. Все. Берите, берите. Бери. Нет, красиво. Мышек я разрешаю, забирайте, а вот рисунки. Ну, кто-то, вы когда сегодня лепили? Кто-то да? Уже это самое прихватизировал, я смотрю. Она уже не сильно плакала. Да, но она большая девочка, мы с ней уже вообще подружились. Ты маме рассказывала, как мы вчера гуляли на улице? Гуляли. Ну как, куда мы летали на ракете? На ракете летали. Да, и на Луну летали, да? И они меня вчера чем только не угощали. Клубника, и малинка, и сок, и коктейль, и чего только там не было, да? Ну, а я утала. Да, и ты вот так, вот так, да. Мама, а Дася тоже Мишу забирает? Да. Давай, давай, давай. Да, сейчас за Мишу приду. А бывай ботинок. Вот это Мишу. Шарф есть у тебя? Говорим, до свидания. До свидания, моя хорошая. Можно я на лавочку? Я хочу сяду, надо стенку вытащить. На одну нету, она там... Нет, на одну. Мы так верили, как ты могла не залезть? Просто я так не делала, на самом деле. Нет, мам. А? Ой, ребята, я забыла, что я снимала. Представляете? Походи себе. Мама, ну, меня не прибьют. Строгий директор. Давай на самую близкую. Вот, иди на лавочку. Саша, ради сок. Дай она, переобуешься. На, подержи. Поснимай меня, пожалуйста. Давай. Нет, я... Сейчас, подожди, Аля, разувается. Сейчас Аля разуется. Сейчас Аля разуется. Подожди, видишь, Аля снимается пух. Давай смотреть. Что? Что ты делаешь? Стелька не приклеена. Она приклеена, а на другой нету. Что нету? Вот стелька. А на другой нету стельки. Ну давай снимай, посмотрим. Дай сесть. Сейчас. Ну, ребята. Сесть. Подожди. Ой, да, сейчас. Дайте сесть. Дайте сесть. Да, ну, на другом стелька приклеена вся. Тут, видимо, не вся. Где там не вся? Вот дай, дай посмотрю, пролезу. Тут вся приклеена, а там дай нет. Дай посмотрю. Все, давай дома. Нет, давай, снимай, мне надо я посмотреть. Я боюсь сейчас. Они... Никто не будет ругаться тут. Заведующего же нету. Ну, я здесь катаюсь. Сейчас. Алин, пересядь вон туда. Пойдем. Мам, давай камеру. Давай посмотрю. Стельку. Ой, ребята. Как маленькая. Давай я подснимаю. Софа, скажи привет. Я снимала вообще как бы в саду. Ну как-то она приклеена. Там она не вся приклеена. Ребята, они походу выходят, все. Собирается, что ли? Но она нормальная стелька. Надо приклеить ее. Она тебе мешает? Да. Она приклеена. А? Лучше все стельки снять. Ну, туда просунуть и заклеить. Мышку покажи, ребята. Она никак не отклеена. Теперь танк буду ходить. Ну что делать? Мама, дай мне. Вот, поехали еще раз. Ну, на, держи. Снимай. Вот сейчас нормально? А что не так? Я вот так когда делаю. Хорошо. Дай второй кусок. Ну, давай потом во дворе мне. Мышку. Али, да сядь, не, давай во дворе уже. Я хочу во дворе. Мама, я тут боюсь. Ну, никто не будет ругать. Иди сюда. Я стою, мама. Ой, я хвостик. Хвостик. Thank you.
что он хочет. Не знаю. Чего посмотреть, мам? Так, ребята, какая площадка, вы видите? Вот тут может... Мама рудит, да? Мама, долго. А? Буду смотреть. Сапог. Какой? Снимай сапог. Так, ребята. Другой. Какой? У меня камера. Сова Паска, чё ты там? А здесь точно так же они приклеены, наверное. Точно так же. А чё тогда я там не могу так? Ты не двигалась камера, она точно такая же. Это нормально. Лапы снимаешься, так не застегнут. Снимай, мама, я скажу это, я чё важное сама сказала. Ребята, я вам много раз показывала моё лицо. Так что я вам сейчас... Где мышу? Мышу дайте. Какой это цвет, ребята? Вообще-то им, наверное, помогали. На мышь, мышь. Тут какой-то набор. Софа, теперь эта мышь будет у нас бегать по моему столу, да? Не будем больше плакать, да? Со, скажи, ребята. Ой, мама. Света, что такая большая была? Боря. Я теперь я. Про. Где? Вы вот тут гуляете? Мама, у них там кухня стоит. Диван, смотри. Нифига же у них тут. Ваза, мама. Куда? Я тут как бы не пишу. Кровь в голову упада. Бежим. Я смотрю по сторонам. Тут одного движения, мама. На камеру. На второй. Смотри, не пивчу. Софа, расскажи, как в садике были дела. Вот какая она. Убегай от нее. Меня. Все, камера сейчас съест. Хватит. Какая мышь прожорливая. Надо, чтоб меня не съел. Все, хватит, Соф. А где тут Илюша теперь? Вот искать надо. Сейчас мы ищем Илюшу. Твоего друга. Мам, мы с ним 4 годика дружим. Как Ксюша. Только сначала Ксюша, а на следующий день... Все, как его? С Илюхой. Где ты Илюху? Я видела. Это явно. Пошлите вон туда посмотрите. Там наверняка с ком играет просто. Смотри, считайте, угадайте, сколько мне сейчас пальцев показывают. Если напишите в комментариях, я фигу покажу вот такую. Которая мне сейчас пальцы. Ты по-любому сегодня не можешь. Все, всем пока.